За полтора года существования «Зов памяти» из команды четырех единомышленников стало полноценным волонтерским движением, которое всеми силами помогает Родине. Наши неравнодушные соотечественники уже совершили 15 поездок в зону специальной военной операции, чтобы помочь военнослужащим. Помогаем от продуктов питания до квадрокоптеров с тепловизорами, автомобилями УАЗ, снаряжением, ну, всем, что требуется по заявке бойцов. Многое волонтеры делают своими руками. Например, уже изготовлено и отправлено бойцам более 200 маскировочных сетей и несколько тысяч окопных свечей. Всего в Ульяновской области от движения «Зов памяти» работает 8 таких производств, в том числе и в Ишеевке. Не отстают от коллег и волонтеры, работающие на швейном предприятии рабочего поселка. Для военнослужащих шьют футболки, плащ-накидки и текстильные изделия. Производство совершенствуется. Сейчас на фабрике изготавливают специальные ткани, подходящие для полевых условий. Да, были моменты, особенно по пропитке ткани и плюс по пропитке водоотталкивающими составами. Сейчас мы эти моменты опробуем. Сейчас как раз проводится испытание по ПВХ-покрытию, чтобы как бы непромокаемый материал был у нас. Текстильное производство в Ишеевке работает уже более 220 лет и всегда помогало Родине в сложные времена. В старом здании швейной фабрики работает музей, где представлены одежды и военные трофеи защитников Отечества и их противников. Недавно при помощи волонтеров «Зов памяти» там появилась экспозиция, посвященная специальной военной операции. Еще во времена Наполеона, во времена Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, в Гражданскую войну эта фабрика изготавливала сукно шинельное для наших бойцов. И было принято решение на этой фабрике создать вот именно такой музей. Музей для воспитания нашего поколения, подрастающего. Сейчас музей посещают подростки и дети со всей Ульяновской области. Кроме того, волонтеры движения «Зов памяти» в прошлом году приняли участие в открытии стелы доблестным защитникам Отечества, погибшим при выполнении воинского долга. К мемориалу регулярно приходят жители Ишеевки. Ровно год назад здесь был установлен памятник ветеранам военных конфликтов современности, которые включены, начиная с Афганистана, Чечни, Абхазии, и в настоящее время уже и специальной военной операции на Украине. В этом году на площади Ленина рабочего поселка Ишеевка планируется открыть еще два мемориала. Волонтеры активно помогают, уже подготовили место, разрабатывают макеты совместно со специалистами. По задумке инициативной группы, памятные стелы в одном месте должны быть установлены для каждого рода войск. Юлия Руднева, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ.